Рассчитать буквально все капризы погоды со 100% вероятностью невозможно. Однако предвидеть изменения максимально точно – в этом заключается работа военно-синоптиков. Прежде всего в авиации, где от прогнозов метеорологов зависит безопасность полетов. Задач много – это обеспечить в метеорологическом отношении полеты нашей авиации. Подготовка к полетам там, не предварительная, непосредственная подготовка, постановки задач на полеты. Во всех этих мероприятиях участвует также и дежурная смена, которая находится на аэродроме. Оборудование военных синоптиков такое же, как у гражданских коллег. Термометры, барометры, психометры. Метеонаблюдатель проводит измерения каждый час, но правильное моделирование перемещения воздушных масс зависит не столько от фактических данных, сколько от их расшифровки. Например, ошибка синоптика, неправильный расчет возникновения тумана, придется воздушному судну выходить на запасной аэродром. А это уже может быть с последствиями. Специальная передвижная станция, которая разворачивается за полчаса, помогает военным спрогнозировать погоду практически в любой местности, где нет метеорологического обеспечения. Станция предназначена для того, чтобы в полевых условиях, опять же, определить нижнюю границу облаков, замерить скорость направления ветра, давление, температуру воздуха. Сегодня синоптики в погонах активно вооружаются передовыми технологиями, а значит, их прогнозы обещают быть еще более точными. Военные метеорологи знают, что за данными на картах погоды – жизнь людей. Сергей Чураков, Светлана Смык, Николай Певец, телекомпания «Воен-ТВ» специально для программы «Наше утро».